Приветствую вас, мои уважаемые зрители! Осень, пора красоты. И мы будем творить красоту своими ручками. У меня на канале появится несколько видео, посвященных осени или осенний лес. В этих видео я буду показывать необычные узоры, в которых будут присутствовать листья, плоды нашего осеннего леса. Сегодня мой первый выпуск. И мой первый узор – лист дуба и желудь, который можно применять во всех изделиях. Свитера, кофты, шапочки, шарфики, рукавички, элементы декора. Смотрите, какая красота! Лист дуба. Вот я даже специально взяла такие листики дуба, чтобы показать, как такой листик похож на настоящий. И также желудь. Есть у меня вот желудь такой сейчас. Я вам покажу. Отпал вот. Чашечка отпала, да? И вот такие интересные элементики. Желуди. Которые можно вывязывать немножко по-разному. Ну, это я в процессе узора, когда сейчас будем вязать, все вам покажу и расскажу. Итак, приступим. Так, этот образец в сторону положу, красивый. А вот на вот таком зеленом буду вам показывать. Такой вот зеленый красивый цвет. Так, расскажу вам, что этот узор я составила сама. То есть схемки у меня нету. Есть схемка листика, там в конце... Я вам покажу схемку. А этот вот желудь тоже есть схемка, но он иной. И вот такого именно сочетания нету. И вот я вам покажу сейчас, как это вяжется. Итак, смотрите. Изначально нам нужно провязать некоторое количество по узору одинаково, то есть будет серединка, одна лицевая, это как бы веточка, да, от желудя, потом будет с одной вывязываться 9, или можно вывязывать здесь любое количество, 9, 7, 13, то есть это вам решать, но чем больше будете вывязывать петелечек, чем больше здесь будет дырочка, но эту дырочку можно будет подтянуть. Взять аккуратненько, вытянуть, сейчас крючочек возьму, вытянуть вот эту вот петелечку, которая держит, и ее потом аккуратно заправить. Ну, бывает такое, что пряжа очень вытягивается, и будет такая вот небольшая дырочка, такой объемный желудь и также объемный листик дуба. Итак, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой ряд вяжем следующим образом. Так, на боковых у меня идут просто дорожки для красоты. Это такой жгутик из четырех петелечек. Ну, я вам покажу пару рядов, потом я не буду останавливаться на этом жгутике. Будем непосредственно рассматривать узор. Итак, на моем образце идет кромочная, 3 изнаночных, затем 4 лицевых, это жгутик, и затем, так, сейчас раскручу ниточку, и затем 10 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 лицевая. Снова 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изнаночных. 4 лицевых. 3 изнаночных.
Итак, дальше. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой ряд вяжем по рисунку. Встречаемся в седьмом ряду. Итак, седьмой ряд. Боковая дорожка. Затем вяжем 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна лицевая. Лицевая будет перед дорожкой лицевой. Одна лицевая. И теперь из петелечки вывязываем 9 петель. То есть 1, 1 лицевая накид, 1 лицевая накид, и так 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 лицевая, 9 изнаночных. По 1 лицевой с двух сторон мы вывязываем для того, чтобы отделялся желудь, чашечка желудя, потому что она будет вязаться тоже изнаночной петлей, дорожкой. Вот как вот здесь. Видите? Так, 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И затем боковая дорожка. У меня 4 лицевых, 3 изнаночных и кромочная. Далее, изнаночный ряд вывязываем по рисунку. Встречаемся в 9 ряду. 9 ряд. Боковая дорожка. Она у вас может быть любая. Также может ее вообще не быть. Теперь 9 изнаночных. 1 лицевая перед чашечкой желудя. И 9 изнаночных. Это уже чашечка желудя будет. То есть мы в изнаночном ряду вязали лицевыми, здесь изнаночными по лицу вяжем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 лицевая, 9 изнаночных. Вот так у нас получается. Так, изнаночный ряд 10 провязываем по рисунку. Встречаемся в 11 ряду. 11 ряд. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Десятая – это та, что была лицевая. Мы ее вяжем изнаночной. И теперь нам нужно убавить по одной петле с каждых сторон, чтобы чашечка немножко стала уже. Если надо, поменяем петелечки. Вот в моем случае мне надо поменять. Две вместе. Теперь 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 последних тоже вместе. Вот так вот. Это мы уже начинаем вывязывать тельце желудя. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Вот мы вывязали 11 ряд. Теперь 12 изнаночный, 13, 14, 15 и 16 вяжем по рисунку.
Встречаемся в 17 ряду. 17 ряд. Вот у нас должно получиться вот так. Провязали мы уже тельце желудя. И в 17 ряду нам нужно вот эти петелечки тельца сделать вместе. То есть вяжем 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И теперь можно сделать так. Все петелечки закрыть вместе обычным способом. Вот как я вот здесь обычным и закрывала. Или давайте попробуем сделать по-другому. Так, значит, сделаем так. Перенесем 3 петелечки на другую спицу, поменяем, затем 6 петелечек вывяжем в одну подтянем и вот этой вот перекинем середней. И вот такой вот у нас получился желудь. И снова 10 изнаночных. То есть вот здесь закрывать можно любым способом. От самого простого до самого там сложного. Неважно как. Как получится. Еще раз повторяю. Смотрите. Здесь я закрыла просто все петелечки вместе. Здесь я немножко закрыла по-другому. Так, это у нас 17 ряд. Провязали 17 ряд. Теперь 18, 19, 20, 21 и 22 мы вяжем по рисунку. То есть в лицевых рядах мы вяжем 10 изнаночных, 1 лицевая, 10 изнаночных. В изнаночных наоборот 10 лицевых, 1 изнаночная и 10 лицевых. И встречаемся мы в 23 ряду. В 23 ряду мы начнем вывязывать листик дуба. 23 ряд. Здесь мы будем вывязывать листочек. Итак, 10 изнаночных, 10 изнаночных дошли до вот этой вот дорожки средней и из этой лицевой петелечки вывязываем 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 изнаночных. Итак, мы провязали 23 ряд. 24 ряд мы вяжем по рисунку. Итак, встречаемся в 25 ряду. 25 ряд. Дорожка моя. Так, узор. 10 лицевых, 10 изнаночных. Теперь смотрим на вот эти вот петелечки, с которых мы будем формировать листик. В этом ряду нам нужно провязать 3 лицевых, сделать скрещенную петлю, то есть делается вот так вот, на пальчик берется, переворачивается и вот этот подхватывает. То есть получилась скрещенная петля. Можно, конечно, сделать и накид. Кто так не умеет. Следующая петля лицевая. Эта петля будет центральная. Снова скрещенная петля и 3 лицевых.
10 изнаночных. Это был 25 ряд. 26 ряд вяжется по рисунку. Встречаемся в 27 ряду. 27 ряд. 10 изнаночных. Затем 4 лицевых на листике. 1, 2, 3, 4. Скрещенную петлю делаем одну, 1 лицевая средняя, скрещенная петля еще одна и 4 лицевых. 10 изнаночных. Это был 27 ряд. 28 ряд мы вяжем по рисунку. Встречаемся в 29 ряду. 29 ряд. Вывязываю дорожку. Вот здесь я вам хочу показать, как я вывязываю еще раз. Я ее вывязываю дорожку с наклоном влево. То есть 2 петелечки. Снимаю, 2 провязываю и перекидываю. И это получается у нас косичка с наклоном влево. Так, узор 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, наш листик здесь будем делать вот следующим образом. 1 лицевая скрещенная петля, 1 лицевая скрещенная петля, 3 лицевых, 1, 2, 3, перед средней скрещенная петля, средняя лицевая, за ней еще одна скрещенная петля. Три лицевых, 1, 2, 3, скрещенная петля, 1 лицевая, скрещенная петля, 1 лицевая. То есть еще раз. 1 лицевая, скрещенная, 1 лицевая, скрещенная, 1, 2, 3 лицевых, скрещенная, 1 лицевая, скрещенная. 1, 2, 3 лицевых, 1 скрещенная, 1 лицевая скрещенная, 1 лицевая. Это мы добавляем петелечки, чтобы в следующем ряду уже сформировать вот такой вот интересный элементик листика. Очень интересное выполнение узорчика. В следующем ряду мы будем делать первый завиточек. Итак, это у нас 29 ряд. До конца провязываем изнаночными. Встречаемся в 31 ряду. 31 ряд. В 31 ряду провязываем 7 изнаночных. Затем, не довязав 3 петли до листика, нам нужно сделать перехлест, то есть с 8 петель. Делаем следующим образом. 2 петли на дополнительную спицу и за работой. Затем остальные 6 петель нам нужно провязать изнаночной петлей. Провязываем изнаночной петлей. Легче крючочком, но я крючочек уже на дополнительную кинула. Попробую так. Немножко сложновато, но ничего страшного. Подтягиваем хорошо. Затем переносим вот эти вот 2 петелечки
и провязываем изнаночной. То есть вот эту мы изнаночной все 6 закрываем и изнаночной. Вот так вот. Дальше у нас должно получиться 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Со следующей стороны мы делаем так же, только теперь мы перемещаем вот эти вот лицевые. 2, 3, 4, 5, 6. 6 по переду работы. 2 изнаночных провязываем, подтягиваем. 2 изнаночных. Теперь нам нужно вот эти вот 6 петель провязать изнаночной. Перекидываем ниточку наперед крючочка. Ну, у меня на крючочке, вы можете по-другому делать. И тут немножко поправляйте, чтобы не соскочило. И продеваете сквозь 6 петелечек. Тоже немножко вот попало, ага, попало. Подтягиваете и переносите на правую спицу. И в конце ряда 7 изнаночных. Так, мы первые завитки сделали. Вот. Вот эти вот первые наши завиточки. Вот они. Вот нижние. Вот эти первые мы выполнили. Так, дальше. Это мы провязали с вами 31 ряд. Встречаемся в 33-м, значит, изнаночный ряд по рисунку. И встречаемся в 33-м ряду. 33-й ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 изнаночных. 10 изнаночных. Затем мы будем выполнять такие же дополнительные петли здесь, как и в первом варианте. Значит так. 3 лицевых. 1, 2, 3. Скрещенная. Одна средняя лицевая. Еще скрещенная. 1, 2, 3. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Мы выполнили 33 ряд. 34 ряд по рисунку. Встречаемся в 35. 35 ряд. 10 изнаночных. 1 лицевая, скрещенная петелечка, 1 лицевая, скрещенная петелечка, 2 лицевых, скрещенная петелечка, 1 лицевая средняя, скрещенная петелечка, 1, 2. Скрещенная петелечка, 1 лицевая, скрещенная, 1 лицевая, 10 изнаночных. Мы провязали с вами 35 ряд, 36 по рисунку. Встречаемся в 37 ряду и делаем снова завиточки. 37 ряд. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 изнаночных. И снова мы формируем завиточек у листика.
Значит, две петли нам нужно оставить за работой. Я на спицу оставлю. Теперь нам нужно 6 петель провязать вместе изнаночной. Я это попробую сделать спицей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получилось. Так, подтянула хорошо. Теперь перенесла 2 петелечки, которые я не провязала, которые за работой. Одела вот эти вот, которые 6 провязали вместе, и 2 изнаночных. Так, завиточек готов. Затем у нас получится 5 петель лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Так, с другой стороны нам нужно сделать такие же завиточки. Здесь нам надо... Так, следующим образом. Снимем на дополнительную спицу. Два, три, четыре, пять, шесть. Две изнаночных. Подтягиваем так хорошенько. Две изнаночных. Так, 2 изнаночных. И теперь вот эти вот 6, то есть надо ниточку перекинуть, чтобы изнаночная получилась петелечка. Вот так вот, изнаночная. Вот, получилась у меня изнаночная. Снова так хорошо подтянула, чтобы не было там каких-нибудь дырочек. И одели. И довязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петелечек. Итак, 2 завиточка у нас уже есть. Вот красота какая у нас. Теперь мы будем формировать верхушечку. Так, это мы прям провязали 37 ряд. 38 ряд по рисунку идет. И встречаемся в 39 ряду. 39 ряд. 10 изнаночных. 2 лицевых, завиток, вот такой вот петелечка дополнительная, средняя лицевая, снова завиточек такой, и 2 лицевых, 10 изнаночных. Мы провязали 39 ряд. 40 ряд по рисунку и встречаемся в 41. 41 ряд. 10 изнаночных. Так, будем теперь убавлять, делать верхушечку листика. 2 вместе лицевой петелечкой, 3 лицевых, 2 вместе лицевой петелечкой. Я развернула петелечки, чтобы наклон был вправо. И 10 изнаночных. Мы уже заканчиваем вязать такой прекрасный узорчик. Так, это был 41 ряд. 42 ряд вяжите по рисунку. Встречаемся в 43. 43 ряд. 10 изнаночных.
Теперь две вместе, где листик. Одна лицевая, две вместе с наклоном вправо. И 10 изнаночных. Это был 43 ряд. 44 ряд провязываете по рисунку. Встречаемся в 45. 45 ряд, заключительный. 10 изнаночных. 5. И теперь листик будем закрывать, формировать верхушечку, уголочек. Меняем петелечки, чтобы средняя была центральная, и провязываем вместе лицевой. Вот так вот. И 10 изнаночных. Мы выполнили заключительный ряд. После заключительного ряда можно провязать несколько дополнительных рядов для того, чтобы был закрепленный узор. Или как у вас смотрят по изделию. Итак, сегодня мы выполнили красивейшие узоры.